есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Александр Копылов. Здравствуйте, дорогие телезрители. Саша, почему ты такую песню выбрал для начала передачи? Ну,
Я, когда шел на передачу, я не знал, что буду петь с этой песни. Начну. Очень многое в жизни нашей спонтанно происходит. Чем, наверное, меньше мы планируем, полагаясь на волю Божию, тем просто интересней жизнь. Она неожиданней, полна сюрпризов и чудес. Ты сам от себя не ожидал, что ты начнешь? Не ожидал. Да, это единственная песня из всех почти 100 песен на сегодняшний день сочиненных, которая более всех остальных напрягает. И все подвешено в конце как бы в воздухе. То есть решение за нами. Решение пока не принято. А остальные все песни, которые вот дальше вы услышите, они... Вот, Саша, я знаю тебя достаточно давно, и только вот не очень давно узнал, что ты сочиняешь песни. Откуда это взялось? Я знал, что ты в Амшинском, Амшинской, да, это станция такая? Там и Амшинская, и Амшинский массив по-разному называется. Да, станция Амшинская. Там храм? Храм во имя святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Ага. Ты раньше говорил, что там то ли сторожем, то ли был, то ли звонарем, не помню. А что сейчас? И почему ты стал петь? Вот. Ну, вообще-то я тоже недавно узнал, что я сочиняю. Вот. Как началось? Так получилось. Это год... Все поют, и я запою, да? И как? Год с небольшим назад наши певчие из нашего хора спросили: Александр, почему вы не сочиняете песни? Вы, говорят, так хорошо беседуете, да, на воскресных беседах. Вот. А почему бы вам не попробовать? Ну, я попробовал. Оказалось, что я могу. Вот. Ну, не то, чтобы я сказал себе, что да, я могу, вот, а люди, послушав песни, сказали, да, что я могу, я сочиняю, вот, и это слушать хорошо, приятно, назидательно. Раньше я, вообще на Амшинской я давно очень, вот, где-то с 90, наверное, 4-го года, что ли. В общем, много лет. И, конечно, прошел все стадии, да, вот, был чтецом. Ну, сначала ты рыл котлован под храмом в том числе, да. Вот, ну, так случилось, что я стал чтецом, вот, батюшка меня взял. Вот, потом литургию заставили меня петь, вот, срочно выучить, вот, потому что хора не было. Ну, вот, и за неделю я выучил литургию и начал петь, вот, конечно, очень... со страхом таким великим, вот, со стеснением, потому что я никогда на сценах до того не выступал практически. Вот. А храм — это своего рода сцена, ну, вот, когда на тебя устремлено множество глаз. Вот, и нужно, и являешься своего рода представителем христианства. Вот, по крайней мере, внешнего благообразия нужно соответствовать. Да, и сейчас я помощник отца-настоятеля, отец-настоятель наш, протоиерей, отец Григорий Чайка. Вот. И я ему помогаю, он также поручил мне быть директором воскресной школы, вот, и регентом хора нашего приходского народного, в котором участвуют все, кто пожелает. Вот, народ приходит, поют кто как порой. Конечно, попало, вот, но как попало, это снаружи, а внутри-то, может быть, очень даже прекрасно, у человека сердце поет. Ну, вот. И множество, конечно, в наше время небольших таких других. Ну, вот сейчас, в последнее время, ну, до меня это, конечно, дошло, я интересуюсь, что происходит. На небосклоне, можно сказать, православной песни появился Амшинский хор. И я уже имел, так сказать, возможность его слушать, и даже у себя постарали, вот, приглашал вас. И для меня это было открытием, честно признаться. Ну, это я считаю, что это какое-то необычное явление. Может, ты сам еще не осознаешь в полной мере, и сами люди, которые в этом участвуют. Ну, потому что все привыкли к какому-то вот определенному там шаблону, штампу песни, как, ну, к ее исполнению. А тут выходит человек, подрясники, сзади женщины, вот так, хор, и он с гитарой, и они самозабвенно от всей души достают сборники, раздают их слушающим.
все песни могут подпевать все вместе в сборнике, потом может каждый разобрать. Потом раздаются диски, да? Ты это потом продемонстрируешь, наверное, да? Вот, я видел. Да, давайте сейчас к слову. Ты расскажи, как это все, вот, что такое Мышинский хор, как он появился и как вы работаете сейчас? Потому что все чаще и чаще вы появляетесь вот на каких-то концертах, на выставках православных. Ну, примерно года 4 назад, может быть, 4,5, те певчие из прихожанок, которые спонтанно подпевали, значит, мне в том числе, да, когда вот ходил на с Илью или с отцом Григорием мы пели и в алтаре, и по-разному, они попросили начать учить их пению. Вот, и так начался Мышинский хор. Так просто. Вот. Я, конечно, не стремился, как бы сам. Опять же, все как вот естественно, спонтанно складывается, да, так оно и складывается. Лучше не планировать. Это Господь сложил. Ну, и я пошел навстречу женщинам, и стали мы учить литургию, все по науке стараться. Но поскольку наши возможности и наше образование музыкальное не слишком высоки, вот, мы даже, получается так, что изобрели своего рода такую смесь византийского, древнерусского, знаменного пения, смесь такой, да. То есть по подобию этих стилей, да, но с элементами импровизации. То есть никогда не знаешь определенно, что и как. Вот. И певчие меняют высоту тонов просто по взмаху руки. Вот. Значит, как когда придется, по-разному. Вот. Ну, конечно, мы обиход тоже знаем в какой-то мере, но, честно говоря, до сих пор он у нас хромает. Но, тем не менее, на фоне вот того, что мы всех зовем подпевать, порой получается ну, просто нечто такое, что мурашки бегут по коже. То есть, когда народ вот так дружно поет, как-то вдруг начинает спеваться, да, когда особенно вот в воскресные дни иногда бывает очень много прихожан, и сердце радуется, и вот так ходишь там в алтарь там порой со свечой пойти, вот, и так думаешь, ну надо же, что Господь сотворил, надо же, что творится, вот, как это величественно, вот, вот такое восприятие внутреннее, вот, и мурашки по коже. И, значит, потом мы стали петь с нашими певчими самые-самые красивые, самые интересные песнопения и Романаха Романа, протоиерея Олега Скобли, Светланы Копыловой потом начали, да, и так далее. Самые вкусненькие такие песнопения, которые цепляют и мелодии, да, и смыслы трогательные, очень глубокие смыслы. И так мы год пропели. И вот потом певчие говорят, ну, Александр, давайте, попробуйте. Ну, вот я попробовал, теперь у нас образовался полностью свой репертуар, но в общей сложности где-то 100 вещей. Саша, немножко прервемся. Ты спой что-нибудь, чтобы у нас такая динамика была нашей передачи. А потом ты дальше, ну, расскажешь. Хорошо. Угу. Потом, соответственно, и покажу наш, наш песенник фирменный, хоровой. С вашего позволения. Угу. Песня. Песня «Ты Господь и Бог мой». Она была спета так же, как только сочинена, на следующий день и была спета у нас на диктофон. Она поехала на Синай и зазвучала на рассвете на Синае. Mm-hmm. Вот. И две кришнаитки были удивлены, вот, которые услышали от нашей православной эту песню с диктофоном и стали очень интересоваться, что и как, где можно найти информацию. Она была им дана, и будем надеяться, что они уже православные. Вот так это работает. Господу я изолью печаль души моей ко Господу. И нарыдаюсь я, и нарыдаюсь я в Господню ризу досыта. Посмотрит он, посмотрит в мокрые глаза мои
серьезно так и примет Примет он меня в свои объятия слезного. Ты Господь и Бог мой, ты Господь и Бог мой. Некуда идти, некому идти. Обнимаешь только ты любовью вечною. Искалеченные, и скажет слово он ко мне свое целебное, и все вокруг преобразится необыкновенно так, и жизнь войдет. Жизнь войдет от слова в душу мою бедную и воспою. И воспою я в сердце Богу песнь хвалебную. Ты Господь и Бог мой, ты Господь и Бог мой. Некуда идти, некому идти. Обнимаешь только ты любовью вечною, исцеляешь ты души искалеченные Господу. Я изолью печаль души моей ко Господу, и нарыдаюсь я. Нарыдаюсь я в Господню ризу досыта. Посмотрит мокрые глаза мои серьезно так. И примет он меня в свои объятия слезного. Господь и Бог мой, ты Господь и Бог мой, ты Господь и Бог мой. Спаси, Господи. Ну, расскажи теперь вот о вашем сборнике, об этих 100 песнях, которые за один год, да, ты написал? С хвостиком год, да. С февраля 2015 года. Угу. Появился сборник, диск. Угу. Да, вот такой вот песенник. Угу. А, в нем 56 страниц уже. Плотно текст. Начиналось там с 8, с 12 страниц, и вот он все более плотный такой, все более пухленький. Угу. Вот, и все в цвете, все ярко, гармония. Припевы одним цветом, повторы другим цветом, ударения где надо, если специфические какие-то тексты. Угу. Вот, и в конце очень обильно фотографии, здесь, конечно, и вы уже есть, довольно широко представлены. И даже я? Ну да, конечно, пусть... а куда ж вы денетесь-то от нас? Да. Знакомые лица. Отец Александр Захаров там есть? Да, да, есть у отца Александра Захарова, мы пели литургии, выступали в общинке его. Вот, то есть, да, он пригласил нас, когда я сказал, что мы у вас... То есть, какую-то социальную такую работу зимнюю? Да, зимняя православная выставка? Да. Да, мы благотворительностью занимаемся такой. То есть мы стараемся, мы бываем и в домах, ну, в воскресных школах, в домах престарелых, в приютах выступаем. Вот. Ну, люди радуются. Вот. Внимание оказываемое. Да. Песни дают надежду. Все песни дают надежду. В каждой песне
песни в конце есть выход обязательно. Это инструкция, это священное писание. И диск в конце, да, уже раздаете? Да, и мы раздаем вот эти песенники, чтобы люди подпевали, поскольку мелодии несложные обычно, да, вот, они подпевают. Бывает, на бис просят что-то, да, и второй раз они увереннее и просто обильно участвуют в каких-то песнях, понравившихся. И вот диск также, где 10 часов записи. Тут также литургия наша спета вот по такому принципу византийско-знаменному, да, пению, импровизационного такого характера. Вот. И вот это мы тоже все раздаем. Вот. Милостью Божией все это возможно нам. Хорошо. А так, ты еще что-то хотел спеть нам в этой части передачи? Так, а это что у тебя с храмом? Да, 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 спасибо, что заметили. Значит, надеюсь, не бликует. Ну, можно вытащить. Значит, это храм апостола Иоанна Богослова, вот деревянный, бревенчатый. Значит, это в честь него приход именуется. А снизу, рядышком, буквально в 30 метрах, храм Успения Пресвятой Богородицы. Вот, храм-часовня. Значит, один летний, другой зимний. Сейчас вот храм Иоанна Богослова также становится беленьким. То есть это будет ансамбль. Там будет небольшой городок церковный. Там есть возможность создать, вот, стилизовать детскую площадку и так далее. Вот. Приезжайте к нам на Мшинскую. Комплекс такой вот духовный. Да, да, комплекс духовный. Где и небольшой концертный залчик там. Точно. Вы попали в точку. Там предполагается сделать такую типа сцену, да, с навесом от дождя, и там можно будет и лекции читать, и выступать, и молодежь сможет приходить. У меня при храме есть такая сцена. Да, ясно. Ну, видимо, решение одинаковое. Спасибо, вот, Господи, вот. Да, это очень нужно. Вот я заметил, и вот мы сейчас на Пасху собирались, и выступали, много выступающих было, и дети. Но так объединяет приход. И особенно люди, которые мимо проходят, которые все время проходят мимо храма. Вот они начинают заглядывать. Вот это очень важно. Они начинают чувствовать, что православие – это не какая-то там молитва, что там лбы расшибают, а это обыкновенные, нормальные люди, веселые, радостные, радуются празднику. Что еще? Вот, чем ты можешь поделиться? Давайте я поделюсь очень актуальной на сегодняшний день песней «Как любить тебя, мой враг». То есть «Как любить тебя, мой враг». То есть то, о чем говорит Господь. Благословляйте врагов ваших. Одна из самых сложных заповедей. Да. Любить врагов – это высшее, наверное, по-моему, актуально. Достижение духовной жизни. Актуально для всего мира. Господи, помилуй. Каждый день. Давайте я попробую все исполнить. Как тебя любить, мой враг? Как благословить? Как узнать в тебе себя? Как понять, что ты я? Но так сказал мне мой Бог. Сказал, люби врагов, все они твои друзья и ведут ко мне тебя. Как узнаешь ты, кто ты и что нет в тебе любви? Как увидишь зло в себе, если не поможет враг тебе? Назначаю всех врагов я, твой Бог, встречай их, как моих послов. У меня проси любви. Сможешь их прощать ты, и когда простишь врага, в
тебе увидит он меня, и спасется твой враг, и будет он тебе брат, побеждает так добро зло. Свыше от меня это дано, чтобы вы учились все быть не рабами, а сынами мне. О, как же ты велик, мой Бог, и все вокруг меня урод. Благодарю тебя за то, что обращаешь все в добро. Значит, каждый враг друг, но владеет им не дух, больна душа его злом, а исцеляется она добром. Урок понятен для меня, тебе чужая боль моя. Так будь благословен, мой враг, и да спасет Господь тебя. Дорогие мои, на этом передача «Лаврские встречи» закончена. С нами был Александр Копылов, я, священник Анатолий Першин. Божьего всем благословения, ангела-хранителя. Спасибо, Господи.